Здравствуйте, уважаемые телезрители! Приветствую вас на канале Лига Music Wars. Сегодня третья часть из серии «Сильнейшие игроки Music Wars». Сегодня будем рассматривать 11, 12 и 13 уровень. Как всегда, только по 3, по 4 персонажа, не больше, потому что времени и так не хватит. Там видео будет на 20 минут и более, ну, слишком долго. Просмотрев ваши комментарии к предыдущим двум видео, понял, что вы хотите смотреть именно сильных игроков по характеристикам. Ну, эти персонажи новые, и поэтому они еще не заработали определенного количества славы для того, чтобы попасть в этот рейтинг. Поэтому будем смотреть их в 2018 году, когда они наберут соответствующий рейтинг и пойдут с 1 по 3 место. А пока пусть где-нибудь на задворках потихоньку сидят и качаются, чтобы было чем им заняться в ближайший год. А сейчас начнем. Так, пошли. Итак, 11 уровни за все время. Итак, на первом у нас... О, Ямп. Это почти как Ясь на видео. Так, Love to Dance. Угу. Так, Жена Картона. Что-то без группы Жена Картона. О, смотрите, одни левиафаны тут. Целая группа. Это к ним мы еще зайдем. Это еще интересно. Просто хотя... Ну да, они, смотрите, получается, эти активные игроки, смотрите, они стремятся к рейтингу, видите, выше, а эти, вот, мне просто интересно, играют или нет, потому что, смотрите, ни одного звания у них нету, предположительно, что они пропустили бойцовский клуб. Но все равно, давайте зайдем, посмотрим, мне просто интересно, и этих троих игроков, скорее всего, тоже, наверное, захватим, потому что они активные игроки, а эти, скорее всего... Уже, наверное, ушли. Ну, пойдем. Давай к Ямбу. О, классно. В инфо ничего нету. А вот в инвентаре у нас уникальная вещь. Марк 6. Ну, да. Все хорошо. И все, как обычно, спрятано. Параметры для 11 уровня. Ну, да, неплохие. Так... Все, это все поспрятали. Так, что у нас в умениях? В умениях у нас 10-й получается проклятие кулон. А, интересно, интересно. Порезанец используется. Я думал, будет как все, использует реанимацию. Нет. 18-й Кинг-Конг стоит. И да, развивает тоже пассивные умения. Хотя странно, смотрите, у человека развито фехтование. То есть он не стал забрасывать и оставил его. Ох ты, нифига себе! Давайте посмотрим, что это такое. Второе место в турнирном марафоне Best of the Best. Дата вручения, смотрите, 4 октября 2015 года. 2015 год, то есть он молодец, давно шли. Первое место. 1.10.2016 года. Круто. Интересно, будет в этом году что-нибудь подобное? 526 этажей. Блин, да как вы туда заходите-то? Ё-моё. 482. Смотря, смотрите. Все-таки экспедиции на кошмарке проходил он. Кошмар. Вот. Смотрите, персонажу 2 с лишним года. Добро пожаловать, старичок. Давно не видел персонажей такого, таким долгим сроком. Так, ну все. Ему больше не интересно. Ну-ка, кстати, а он просто ради интереса, он находится в составе. Сколько его не было? 2 дня назад. Странно. 2 дня назад было, а почему, смотрите, звания нет у него? Это очень странно. Ладно, что у нас дальше? Поехали. По 11 уровню. Жена Картона. Что тут у нас? Так, студия на 15-й. Весь прокачана, правда, не везде вставлена. Тоже, ну, говорю, тоже странно. Имею в виду персонажи, получается, играют и забрасывают. Играют и забрасывают.
Так, 10-й. Вот стандартный набор. Вот это хорошо. И медсестра, и порезанец. Два вида хорошо сделали. На пассивку все-таки домохозяйку оставила на всякий пожарный. А в основном, смотрите, ставит все на навыки. То есть пассивное что-то странное у нее. Может, в дальнейшем может будет качаться, может нет. Скорее всего, уже нет. Ну, посмотрим ее за ее активностью еще. Ох ты, нифига себе, ну-ка. Давно я не видел таких интересных вещей. Best of the best. 2016 год. А, персонаж. Так, ну, кстати, подождите. 500 этажей. Ну, ты меня удивишь. После 700 этажей, которых я видел в предыдущие разы, это совсем малость. Просто малая малость. Да, и персонажу тоже более 2 лет. Ну, что я могу сказать? Круто! Молодец, так держать. А в группе, смотрите, в клановой войны 3 раза подряд. Ну, у нее нету, видите, в этих. Сколько ее сейчас нету в активе, то есть неизвестно. Даже в группу зайти не могу посмотреть. Так, давайте на 11 пойдем дальше. Так, ты кто такой? Блэки. Блэки. А Блэки у нас играет. Блэки играет, так как я вижу, что у нее меч уже проапгрейженный. А вот странным образом почему-то... А, в клетке не 7 питомцев. Она не максимальная, что ли? Обычно же места для питомцев 7. Ну ладно. Пояс недокачанный. Ну ладно, недокачанный, недокачанный. Зато чужой, посмотрите какой. Шансом 25 вызвать чужого. Так... Тоже, смотрите, развивается, получается, тоже ставит, смотрите, ловкость, силу, развивает по 10. Да, ну очень сильно уступает, даже если взять предыдущих, которых я взял, у которых сила и живучесть по 20 тысяч, то есть, ну, тут слабовато, конечно. Хотя амулеты оба прокачаны, оба прокачаны. О, сундук! Сундук есть! И сундук спрятан... Где? Сундук спрятан в клетке, блин, хотел посмотреть. Ну ладно. Что у нас дальше? О! О, прикольно! Участие в турнирах, на двух ивентах. Понятно. Я тоже хочу себе такой держать. Так, 250. Вот, нормальный человек играет. Так, не на всех, но вот на кошмар. Блин, сколько же они тратят на этой кошмарке? Ё-моё. Я сейчас смотрю. О, еще один персонаж. Слушай, как я рад. Я так давно персонажей не видел. Последний, что смотрел, они все год, полтора. Кому-то года нету. А здесь, посмотрите. Все персонажи на 11 уровне. Больше 2,5 лет. Все такие же старики, как я. Прям радость. Прям настоящая радость. Счастья и удачи тебе. Так, давайте последних у нас на 11 уровне. Быстренько давайте левиафанов зацепим. 11-го. Просто их по уровню, ну очень мне интересно. Вот что получается у нас? 35 характеристикам. Ну да, это, конечно, круто. Вот, смотрите, если взять предыдущего, получается, которого мы смотрели, смотрите, как отличается разница по силе. Просто жесть. И вот клетка 12 уровня, вот 7 питомцев. Теперь я вижу, да, это максималка. Это тоже максималка стоит. И, смотрите, все не влазит. Интересно, сундук есть? Разрыватель плоти. Редкое оружие сейчас уже, ну, не встретишь. Получается, это надо как бы... заморочиться, чтобы выкачать его до 5-го уровня. Причем он вываливался там 10%, может, меньше. Это вообще было круто. Студия тоже. О, вот это вот прикольная вещь. Игровой автомат. Шанс критического удара плюс 5%. Это я буду в дальнейшем делать еще видео. Буду рассказывать, насколько можно увеличить шанс крита. И, ну, какой он, в общем, какой он будет максимальный. Так, что у нас по характеристикам? Пиле выкачен просто так. Вот смотрите, тоже взяты несколько частей. Тоже видно характеристикам. Видимо, не хватает для характеристик. Смотрите, на 11 уровне. То есть пассивки мало развито. А вот развитые умения, получается, дают, видимо, какую-то небольшую силу для навыков. Купидон.
первого уровня. Не заморачивается человек с дарением валентинок. Ну и ладно. Кинг-Конг 18, это я вижу. 10-я Катюша, броневик 10-й, Мустанг 10-й, Финик. Ну да, Финик, все, конечно, плюс 5. Защитная, Субарик, конечно, все. Ну, блин, ну, конечно, выкачать так. Я тоже хочу быть донатом, прям. Ладно, счастливо. Так, баланс. О! Позолоченный дирижабль. 21 участвуя в турнирах. На всех 21. Блин, интересно, а мне дадут такой дирижабль? Я тоже хочу, чтобы у меня был дирижабль. Такой. На районе. Первое место в Эвенте. О, круто! Круто, это да, это я вообще согласен. Наивысшие звания получено 2. Ну-ка, персонаж. Блин, баланс, честь тебе и хвала, 3 года персонажу. Крут просто, просто крут. Я не видел из донатов, ты первый, кого, кто был, преодолел, получается, 3-годовую отметку. Ну, удачи. А вот почему в клановой войне не может победить 10 раз, я не знаю. Ребят, плохо стараетесь все. Значит, у Леофана сейчас, наверное, у всех такая же радость будет. Так, 11 уровень. О, странно. Смерч. Странно. А почему это смерч без группы? Все, бросил, что ли? Странно. О, кольцо всевластия. О, братан, братан. Клево. Навыки есть, набитые есть. А, не хватает. Прикольно. Парень решил забросить или перестал донатить. Студия. Ну, студия есть студия. Ух ты, нифига себе. Какой прикольный. Я представляю, какой апперкот у него. 2 активных навыка. Домовенок, смотрите, и беззубка. То есть вообще, вообще ничего в жизни не боится. То есть не надо лечиться. Зачем? Конечно. И Кинг-Конга нету, смотрите. Кинг-Конга нету, гневой поддержки нету. Нет, этот чувак, походу, просто долго играет. Или вначале донатил, а сейчас забросил. Или совсем забросил донатить. То есть. Еще есть вероятность, что аккаунт был продан. Ну, это мое только предположение. 110. Все понятно. Пока все понятно. А персонаж-то молодой. Персонаж-то молодой. Да, года полтора, наверное. Может, ну, когда 2-летний юбилей отметит, то тогда и посмотрим. Ну-ка. 11. Так, ну давайте последний. Последний персонаж 11 уровня. Вот, этого я хотел. Вот. Предполагаю, что вот это как раз и есть один из сильных персонажей. Офигеть вообще, офигеть. Блин, как я хочу себе сундук раскрыть. Это ж вообще. Так. Есть Кинг-Конг. Блин, а почему проклятие? Почему кукловод? Почему так странно? Почему не реанимация? Лечиться не надо? Футболист, я понимаю, вдохновение понимаю. Вот смотрите, у человека раскачана полностью пассивка. То есть он рассчитывает чисто на ударную тактику. То есть у него из активных навыков используются, то есть раз, смотрите, 2, 3. То есть ему вдохновение набрать надо всего 3 раза. То есть, да и среди своих уровней он так раскачанный, что у него вдохновение вообще, по-моему, всегда на 100%. Ну ладно, посмотрим. Так. Ох ты! Ух ты, ух ты, ух ты, ух. Ну-ка, смотри, смотри, смотри. Лучший музыкант. 10-я. 525. Нет, я 700-ник видел. А, 16 участий в турнирах. 16. 21 проигрываешь. 223.
Зато смотрите, вместо В у него два раза получены награды. Круто, просто круто. Но, к сожалению, персонаж полторагодяшный. Полторагодяшный персонаж. Но, я вижу, подает большие надежды. Молодец, парень, так держать. Давай, счастливо. Так. А что у нас? Вот на эти уровни я уже сильно не заглядывал. О, смотрите, как классно. Если я смотрел на нижние уровни, и когда мы там смотрели, получается, очень много персонажей заброшено. Смотрите, здесь уже более-менее адекватно стоят. То есть я сразу на первое место, и на первом месте сразу видно. Офигительный чувак. Ну-ка. Да. Извините. Извините, пожалуйста, девушка, извините, что вас офигительным чуваком назвал. Так. Не выкачена клетка. Не выкачен поезд на максимум. Дракула заброшенный. Не понял. Ну-ка. Про 7 часов назад вроде играет. Да, походу сидит тоже на уровне. Сидит на уровне. Ну ладно. Ладно, не будем. О, так, раз, два, три, четыре, пять пассивных навыков. Шесть пассивных навыков. Один на атлетику. На атлетику, ладно. Кинг-Конг. О, Кинг-Конг недокачанный. Кинг-Конг недокачанный. Даже Мустанг недокачанный. То есть персонаж, видимо, в начале еще делал что-то. Или наоборот, в начале был недоделан, а его сейчас либо перебрали, перекупили, либо начали только что развивать. Поэтому будем следить еще за ним. Что там будет? 9 участий. 225. 138, да, 100%, да, молоденький персонаж. Кстати, никогда не смотрел, я обычно привык смотреть на уровни до 10-11, на 12 уровне я посмотрел, хоть и здесь персонажи, все как-то странно. О, Джо Блэк, ну-ка, Джо Блэк, вот, этот человек играет, уникальное оружие. Жало. 22 уровня. Не докачано, кстати, до 25. Походу, либо перешел только что, либо докупается, смотрю, потому что 12-12, либо не хватает. Ну, видимо, старается. Вижу, что старается. Зато навыки разбросаны. Так, ладно, давайте посчитаем. Давайте этот вот, ну, как бы один пассивный, не сильно нужный. Давайте раз, два. Все. А тут какая-то непонятная вещь. Странная. То есть полное собрание всех. Апперкот, полет дракона. То есть человек рассчитывает по сути на талант, а таланта нету. Как так вытягивает, вообще не понимаю. Даже. Не хочу смотреть. Вот честно, не хочу. Пусть качается. Да. О, любит танцевать. О, круто. Это персонаж. Вот видно человек. Вот играет. Вот молодец. Вот хороший донат. Хорошего доната видно издалека. Смотрите, на 12 уровне. Ну, один из сильных. Ох, надеюсь, меня порадует. Ой, порадует. Таких вещей я вообще не оставляю. Ледяной трон. Это вообще классная вещь. Марк. 9. Круто, молодец, получил вещи, честь тебе и хвала. Вот, персонаж развитый, правильно, ничего лишнего нету. Ярость, двойной удар, вдохновение, помощь. Хоть и, смотрите, 10 уровень амулет раскачанный, один остался здесь. Вот, футболист, да, молния на понижение, видимо, как раз используют для этих, для атак, для своих. И реанимация. Стандартно хороший, красивый набор. Прелесть. Ничего лишнего нету. Ему в дальнейшем только просто докачиваться. То есть считаю,
что Бумсел пойдет выше. То есть он, скорее всего, многих тут забьет. Офигеть! Вот и персонаж получается. Самый сильный персонаж 12 уровня. 822. Парень, ты на первом месте. У тебя самый большой рекорд пока. Остальным будем досматривать. Я хочу посмотреть, что ты заработал. Второе место. Первое, 10-е, 2016. То есть... Ага. 21. Тоже участие в 21 турнире. Хорошо. А персонаж молодой. Персонаж молодой, надо еще развивать. Так, ну и давайте последние 13 уровня. О, смотрите, товарищ Джин. Скорее всего, тоже заброшенный. Вот мне так неохота, вот честно, после бойцовского клуба, когда начинаешь смотреть на персонажей и смотришь, то есть есть звание, нет звания, вот смотрите, 30, 30, 10, то есть, соответственно, эти два нормально сыграли, вот, ну-ка, давайте посмотрим, еще есть, вот, видите, 35, вот, явно человек вот старается, но у него еще, видите, славы мало, то есть он не может играть, вот эти персонажи, которые выбивали, они выбивали очень много, то есть они постоянно сражались, и у них опыт был заморожен, предположительно. То есть, ну, столько славы набили. А эти только поднимаются. Ну, не могу я обойти. О! Все, я понял. Все понял. Счастливо. Удачи. Персонаж расформирован. Вот его можно, кстати, включить в список как раз. В донатах. Смотрите. Смотрите, 934. И персонажу 3 года. Человек просто бросил. Набрал, смотрите. Best of the best. 13-й год. Ё-моё, 13-й год. Это просто 14-й год. 15-й. Счастливо. Вот честно, молодец. Давайте дальше посмотрим. Маркус. Передаю привет всем влюбленным в мечту. А этой группой я давно восхищаюсь. Давношние донаты. А вот не докачал до 15 уровня. Что ж так плохо-то? Так, тоже рассчитываю, силу тоже поставил, навыки, ну по навыкам, да, даже по навыкам отстает. Проклятие плюс 5, кукловод, странный выбор, согласен, стандартно, десятые, не докачал, не додонатил, все понятно. Вот тоже использует, кстати, саботаж, хотя бы один уровень надо сделать его. Чтобы отбирать оружие у противника. Слушай, ну помогает. Вот это вообще ненужная вещь. Нет, тоже ненужная вещь, а вот это вообще ненужная вещь. Ладно. Не мне судить. 140. О, знаете, после 900 я вообще не знаю сейчас. Ну, посмотрим по уровням, когда мы пойдем. 2,5 года. Молодец. Долго держится. Ай, как классно бегает. Три-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Ладно, давайте следующий. И так. Следующий влюбленный мечту. Вот как-то странно, там смотришь, получается, уровни до этого. 12 уровень, там сила 27. Здесь, смотрите, 15. Вот все стоит. Блин, тоже как будто ощущение, что персонаж продали, и нету персонажа. Все, то есть не владелец он его. А, смотрите, прикольно. Это предположительно, что у чувака есть кастет. Смотрите, раскачанное. Видите, мастер кунг-фу, апперкот. Дальше в дальнейшем, скорее всего, будет тоже качаться. Это кастет, наверное, 12 уровня, который плюс 10 дает
критическому удару. Защитное поле, Финик, ну играет. Играет, правда, не застал Мустанг. Ну ладно, ничего. Ну, какие еще его годы? Еще застанет. 11. Ну, 21. Пока рекорд 21, 190. Тоже не удивил. На их 132. Блин, слушай, ну классно получают. Я со своими двумя, конечно, не в читу. О, просто круто. Молодец. Молодец, мужик. 3,5 года держаться в такой... Это вообще круто. Или даже 4 года. Я по последнему, который посмотрел, это просто круто. Ну и давайте еще одного 13 уровня. Да нет, пожалуй. Пожалуй, не будем больше веселиться по этому поводу. Видео и так оказалось слишком долгим, но зато интересным. Уважаемые зрители, хотел бы обратиться к вам с интересной просьбой. Пожалуйста, оставьте в комментариях имена игроков. На видео буду подключаться, просто смотреть, описывать навыки. И, соответственно, первый выпуск выйдет где-то на следующей неделе. У меня уже есть несколько ников для такой работы. То есть не только же смотреть донатов. Есть хорошие персонажи, действительно, которые стоит посмотреть. Тот же самый Окей Гугл. Прикольный персонаж. Очень оригинальный. Но в топ не попал. Хотя я посмотрел по деревянным лигам, по этим, он является одним из лучших. Всем счастливо, до следующей встречи, пока!